Чипы могут привести не только вредные привычки, но и невнимание к оборудованию дома. Трагедия в Ижевске, где в здании прозвучал взрыв бытового газа, спровоцировала волну проверок по всей стране. Затронула она и наш регион. Стиль ремонта и аккуратно замурованные газовые коммуникации. В этом случае красота действительно страшная сила, ведь может привести к трагедии. Случись утечка, специалисты оперативно не доберутся до места неполадки. Именно такие взрывоопасные квартиры Иркутскоблгаз уже давно взял на карандаш. А сейчас, после трагедии в Ижевске, где из-за взрыва в доме погибли 7 человек, нарушители обходят с внеплановой проверкой. В Ангарске она в самом разгаре. Здесь, конечно, нужно вообще по рекомендациям поменять кран, потому что кран старый. Желательно его поменять на шаровый. И заметьте, старый, но установленный по проекту. Ну, надежный, да? В смысле, мы-то ничего не меняли, вы здесь начинаете рассуждать. Ну, понятно, это рекомендации, я вам просто даю рекомендации. Да что, давайте, вы меняете, если есть рекомендации, то вы меняете. Менять или нет – личное дело каждого. Однако вот информация к размышлению. Именно Ангарск регулярно попадает в сутки МЧС со взрывами бытового газа. Сентябрь 2015-го. В результате такого ЧП погибла 93-летняя женщина. Ноябрь того же года по аналогичной причине тяжелые ожоги получил мужчина. Чтобы исключить повторение подобных случаев, на сегодняшней проверке специалисты горгаза уделяют внимание абсолютно всем нюансам. Основные нарушения – это краны, которые находятся за гипсокартоном, за холодильником. То есть нету свободы доступа к обслуживанию кранов и, соответственно, плит. То есть основные рекомендации освобождать доступы к кранам. Внеплановые проверки в Иркутске вскрыли еще более широкую проблему. Сложно попасть не то что к кранам или коммуникациям, вообще в квартиры или дома. В областном центре львиная доля нарушителей – представители маргинальной прослойки населения. Специалистов горгаза в жилье не пускают. А значит, о состоянии плит и оборудования в таких квартирах приходится только догадываться. На данный момент количество безответственных потребителей газа в области исчисляется уже тысячами. И даже трагедии всероссийского масштаба их ничему не учат. Павел Желудев, Надежда Казакова. Новости по будням.